Здравствуйте, обзор на шуруповерт Метаба. В комплектации только шуруповерт, зарядки и дополнительных аккумуляторов к нему не идет. Только тушка и один аккумулятор. По корпусу состояние довольно-таки хорошее, присутствуют небольшие потертости. В целом на внешний вид особо не влияют, на работоспособность тем более. Пожалуйста, шильдик поближе. Так, слышите, мощность регулируется путем нажатия кнопочки. А вы какие? А есть ли перемещение?